На данный момент представлены два вида шерсти, более мягкая и более жесткая. Сейчас тестируем нож на мягкой Так, вот шерсти. мягкая шерсть, это кто это? Это шицу. Включаем среднюю скорость. Чтобы слышно хорошо. Верно. Не цепляет ни края, ни середины. И увеличиваем скорость максимально. Здесь вообще уверенно. Без всяких проблем. У вас края тоже? Так это мягкий волос. Это самый противный, да, волос? Да, это самый противный. Угу, сейчас тестируем среднюю жесткость, скажем. Угу. Это кто у нас? Это у нас кокер спаниель. Угу. На слабой скорости. Тоже уверенно сидит. И середину, и максимально. Все очень уверенно. Еще создадим, наверное, колпу. Самое противное. Перепутанные волосы. Да. И срезаем на максимум. Все достаточно уверенно. То есть колтун всегда так тяжело? Да, он тяжело идет. Так, а вот там то же самое, да? Давайте на мягкую. Создадим колтун. Угу. Достаточно верно.